Сегодня прошло заседание Временной комиссии Народного совета Донецкой Народной Республики по вопросу распределения гуманитарной помощи и работе комитетов, не входящих в структуру Совета министров ДНР. Со слов депутата Народного совета, председателя комиссии Аллы Бархатновой, на прошлом заседании комиссию разбили на 4 комитета. Также председатель рассказала основные задачи комиссии. И наша основная задача сегодня нашей комиссии – соединить все эти проблемы воедино и найти методы их решения. Основная задача наша была в том, чтобы мы все это объединили в один департамент для эффективной работы, для качественной. И этот департамент рекомендуемо ввести в юрисдикцию Министерства труда и социальной политики. Со своей стороны мы можем только рекомендовать сделать вот это, вот это, вот это. Опять же, еще раз хочу обратить внимание, мы не прокуратура. То есть мы можем потом, если мы увидим какие-то нарушения или факты того, что там не дошло или было не туда направлена эта гуманитарная помощь, мы можем передать эти факты на рассмотрение. Об итогах сегодняшнего заседания и рассмотренных вопросах рассказал депутат Народного совета фракции «Свободный Донбасс» Андрей Мирошниченко. Вопросы по беженцам, вопросы по захоронениям, вопросы по гуманитарной помощи. День сегодня прошел очень плодотворно, потому что сегодня были не только разговоры, но и конкретные какие-то действия. Были разработаны конкретные планы по усовершенствованию всей этой системы и по дальнейшему ее развитию. Алина Чернява, Павел Припа, специально для Новороссия ТВ.